Чемпионат для тех, кто любит напрягать мозги, стартовал в Барнауле. Более сотни человек приехали со всей России и также из Беларуси, чтобы помериться силами в спид-кубинге. Это сборка кубика Рубика на скорость. Посмотрим, что на столах. Видите профессиональный коврик для спидкубинга? На нем таймер. Необходимая вещь как для соревнований, так и для домашних сборок. Этот резиновый мат нужен, чтобы не стрясти кубику голову. Ведь как только кубик собирают, его сразу же бросают на коврик. Дорога каждая секунда. А эта картонная крышечка или коробочка называется бокс. Им закрывают кубик до старта, чтобы спортсмен заранее не увидел кубик. У спидкуберов феноменальная память и хорошее мышление. За секунду они могут придумать стратегию на много ходов вперед. Перед нами самый юный участник. Его зовут Лев. Сколько тебе лет? Мне 6. В каком возрасте ты взял свой первый кубик Рубика? 4 года. За сколько времени ты соберешь кубик Рубика? Ну, мой коут 39 секунд. Попробуй собрать за 39 секунд сейчас. Александр Сергеевич, вы самый взрослый участник. Сколько же вам лет? 71. Сколько же вы занимаетесь этим делом? Кубиком-то. 1 год. Я слышала, что вы разговариваете со своим кубиком. Это правда? Да, я с ним разговариваю, да. Он как живой для меня. Я его люблю. И это помогает? Конечно. Спортсмены принимают участие более чем в 10 дисциплинах. Самая зрелищная из которых – это сборка кубика Рубика с закрытыми глазами. Она требует от спортсменов максимальной сосредоточенности. Поэтому зрители просят выключать мобильные телефоны и говорить только шепотом, чтобы не мешать спортсменам. А еще участники надевают наушники, чтобы ничего не слышать и думать только о кубике. А у нас есть подарок для Романа, победителя шоу «Удивительные люди». Роман умеет собирать кубик Рубика с закрытыми глазами. Это вам. Спасибо большое. Сейчас мы говорим шепотом, потому что не надо отвлекать участников. Со мной стоит Роман Страхов, и он расскажет, как собирать кубики с закрытыми глазами. Всем привет. Кубики с закрытыми глазами собираются немного не так, как с открытыми, потому что с открытыми ты можешь все время видеть состояние головоломки, в зависимости от этого делать какие-то алгоритмы. А с закрытыми глазами ты должен сначала запомнить, полностью просчитав всю сборку, и затем, не подглядывая, собрать. Это делается с помощью специальных так называемых мнемотехник, то есть алгоритмов или приемов, которые облегчают запоминание. Я вместо того, чтобы запоминать цвета на головоломке, присваиваю каждому цвету букву русского алфавита. Например, это у меня А, Б, В, Г и так далее по всему кубику. И чтобы запомнить последовательность наклеек, я запоминаю последовательность букв. Например, АБ – это у меня арбуз, или АГ – это ангар, а В – аквариум. Так, запомнив историю, я надеваю повязку и, вспоминая слова, которые там были, собираю кубик специальными алгоритмами, которые расставляют по одному кусочку на свои места, при этом весь остальной куб не разрушается. Какую историю вы видите на этом кубике и можете собрать закрытыми глазами? Здесь у меня картонный шар. Лазер, живчик, поехал, допекайдер. Это только ребра. Сейчас ребра в кубике почти собраны. Вот, ребра – это элементы, у которых по две наклейки на сторонах. Дальше я собираю углы. В углах у меня следующее. Мороженое, хобот, жезл, дуло, ананас. Надеюсь, что кубик собран. Остались пару ребер. Просто отдельно ребра и углы собирать, ну, на соревнованиях так никто не делает. Но я попытался продемонстрировать, и теперь вы примерно понимаете, что творится у меня в голове, когда я собираю кубик. Да вот вы собираете кубик Рубика ногами. А вот для этого нужен специальный кубик Рубика или можно собирать обычный?
Это можно собирать и обычным кубиком, но также существуют кубики размером больше. На них удобнее собирать ногами. Развивает ли это какое-то чувство? Это просто интересное увлечение, которое можно удивить окружающих. Как вам пришла такая идея собрать кубик Рубика ногами? Я узнал об этом в интернете. Это пришло людям достаточно давно, в начале 2000-х, и я тоже начал так собирать. Степан, вы все время, когда стоите со мной, собираете кубик. А вы пробовали собирать кубик с закрытыми глазами? Нет, пока что я еще не пробовал, потому что я пытаюсь собирать хотя бы его меньше, чем за 20 секунд. И когда у меня получится, я начну собирать слепую. Вот это да, спасибо. Насколько применимо умение собирать кубик Рубика в обычной жизни? Ну, я не знаю, это может быть способ заработка, это может быть просто способ стать более популярным. Маша, скажи, пожалуйста, почему именно кубик Рубика, а не какое-нибудь модельное агентство? Потому что сначала я подумала по поводу агентства, но решила, все девушки занимаются агентством, все хотят быть моделями, а я решила просто отличиться, начать заниматься кубиком Рубика. А расскажи поподробнее про свои кубики. Это Axis Cube. Сложность этого кубика состоит в том, что здесь разные элементы разных размеров, и их надо правильно составить. Также есть такой же кубик, только одного цвета. В нем сложность такая же, надо собрать по фигурам. Также есть Cube. В нем, в принципе, нету сложности, просто надо собрать вот здесь уголки, около центров. Но, наверное, самый сложный из этих кубиков – это Megaminx, потому что у него 12 граней, и надо каждый составить по свету. Когда у вас не получалось собрать кубик Рубика, вы переворачивали уголки? Нет, я такого не делала, потому что тогда ты не добиваешься своих целей, ну и все. Никита, какой у вас рекорд? По какому кубику? По треугольному. По треугольному рекорд 2 секунды 27 миллисекунд. Максим, у вас популярный канал на Ютубе. Всем привет, с вами я, Макс, и да, я наконец-таки показал свое лицо. А какое число подписчиков на вашем канале? У меня на данный момент 5000 подписчиков. И я туда выкладываю различные видеоролики на тему спидкубинг, развиваю его именно этими видеороликами, продвигаю их различными способами, пиарю, и в принципе все. Попрощайтесь с нашими зрителями так же, как прощайтесь с вашими подписчиками. Всем спасибо за просмотр, с вами был Максим Ильин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!